9-ші қараша 2022 Қызылорда қаласы. Мирас ЗМБ. Біз тіріміз. Алға Қазақстан. Сол біз өзіміздің кірегенімізді көрсетіп, өзіміздің регистрацияға партиямыздың регистрациясына қол жеткізу үшін осындай қадамдарға барып, партияны тіркейміз. Айтатын сөздеріңіз бар ма? Алейкум, бұл Шымкент қаласы. Біз зайырлы демократиялық мемлекеттік болғаннан кейін өз құқымыз пайдалана отырып, Алға Қазақстан партиясын бастамашыл тобы болып табыламыз. Біздің бүгінгі таңда юстицияға департаментке келіп тұрған себебіміз біздің Алға Қазақстан партиясын не себеппен тіркемей жатыр. Біз бармыз, біз тіріміз. Сегодня собрал здесь друзьями из Алматы и Астаны, находится в Министерстве юстиции Казахстана для того, чтобы решить вопрос о регистрации авторитета партии. На сегодняшний день партия в Казахстане находится 3000 человек, 3000 все они документированы. Если я помню, мы все вступали в эту партию добровольно, я бы так заявили публично. Так вот, эту партию уже 5 раз отклоняли от регистрации, регистрировали. Сегодня активисты собрались в Министерстве юстиции для того, чтобы снова этот вопрос поставить. И 6-й раз пытаются зарегистрировать. Бүгін біз Алға Қазақстан партиясының бастамашыл тобының мүшелері бүгін Алматы қаласының әділеттік министрлігінің департаментінің алдына жиналып отырмыз. Біз бар екенімізді, тірі екенімізді айтайын деп осында келіп тұрмыз. Біздің партияны қабылдауын талап етеміз. Алға Қазақстан. Мы хотели бы, чтобы, допустим, все точки на, как сказать, на и поставить, то есть, допустим, видите, вот я же Мухаммед Кулажан Батырханович. То есть говорят, что такой человек не существует, я существую, и также каждый из нас существует, у каждого есть удостоверение. То есть почему говорят, вот самый основной вопрос, что мы якобы не существуем люди, это миф и так далее. Вот это вот, вы, если можно записывать наш вопрос, естественно, вы дальше руководству, там и самому будете сообщать. И почему нашу партию... Почему будет ваше удостоверение личности? Да, без проблем. И почему нашу партию не хотят регистрировать, то есть, допустим, я считаю так, допустим, то есть, каждый из нас считает, то есть, допустим, все прекрасно знают, что, допустим, у солнца есть тень, луна и так далее, то есть, у светлого, черный и так далее, как сказать, и зерна, мы все взрослые люди, зерна от плевел можем отличить.